В Великом Новгороде на стадионе «Волна» сегодня открылись соревнования пожарных подразделений. Участие в них принимают спасатели со всего северо-запада. Вязка двойной спасательной петли, подъем по штурмовой лестнице, челночный бег, кросс на 1000 метров и традиционная пожарная 100-метровка. Такие испытания выбраны не случайно. Все это просто обязан уметь настоящий огнеборец. Хорошая спортивная подготовка должна быть у каждого спасателя, считает пожарный с 26-летним стажем Сергей Иванов. Тренирует, во-первых, волю, силу, скорость, умение работать с пожарным оборудованием. Вот. В общем, это одна из ключевых, на что мы делаем ставку. Вот. И как бы такие соревнования, они нужны. Можно сказать, что круглый год мы готовимся не только к этим соревнованиям, но и другим, в которых необходимо тоже также проявлять те же самые навыки и способности. А на этих соревнованиях мы просто смотрим и показываем то, чему мы умеем, то, чего мы достигли, как мы совершенствуем. В соревнованиях принимают участие около 50 спасателей со всего северо-запада. Огнеборцы состязаются в номинациях «Лучший начальник караула», «Лучший пожарный» и «Лучший работник пожарной охраны». Итоги подведут после вечернего этапа.